Проверьте свои знания фразовых глаголов английского языка. Прочитайте предложение и его перевод и выберите правильный вариант ответа из предложенных на экране. Придумать какую-то идею, когда что-то пришло в голову. To come up with something. I've come up with a brilliant idea. Загладить вину, сделать что-то хорошее после неприятной ситуации, произошедшей по вашей вине. To make it up to someone. I'm so sorry. I want to make it up to you. Пригласить кого-то на свидание. To ask someone out. Можно также дополнить этот фразовый глагол фразой «на свидание». On a date. Можно употреблять оба варианта. To ask someone out или To ask someone out on a date. If you like this girl so much, you should ask her out. Быть с кем-то в хороших отношениях, ладить с кем-то. To get along with someone. Также после along может стоять слово well. To get along well with someone. He doesn't get along with his new boss. Случайно встретиться, столкнуться с кем-то. To run into someone. It's pretty strange that we keep running into each other. Говорить громче и отчетливее прежнего. To speak up. We can't hear you very well. Could you speak up? Примерять что-то. To try on something. I want to try on this jacket. Подвести кого-то, не оправдать ожиданий. To let someone down. I promise that I will never let you down. Относиться к кому-то с почтением и брать пример с этого человека. To look up to someone. I've always looked up to my grandfather. Отменить запланированное ранее мероприятие, например, встречу, поездку, свадьбу. To call off something. We'll have to call off our trip. Тщательно обдумать что-то, продумать. To think something through. Are you sure you've thought this through? Назвать в честь кого-то. To name after someone. My friend named his dog after his favorite movie character. Начать заниматься каким-то новым увлечением, например, игрой на гитаре, чтением или бегом. To take up something. You could use your free time to take up a hobby. Держаться вместе, поддерживать друг друга, буквально приклеиться вместе. To stick together. It's easy to get lost in here. We've got to stick together.
скинуться деньгами группой людей для приобретения чего-то совместно, to chip in. My friends chipped in and bought me a bicycle. На сколько вопросов вам удалось ответить правильно? Пишите свои результаты в комментариях. Спасибо за просмотр.